Сочи уже пережил несколько стадий бурного развития. В 30-е годы, когда развивалась санаторно-курортная отрасль, и 3 года назад, во время подготовки к зимним Олимпийским играм. За последнее время в городе были построены дороги, социальные объекты, модернизированы воды, электроснабжение, продолжается газификация. Сочи-Гургаз строил газопроводы высокого и среднего давления к Олимпийским объектам. Также занимается строительством всего поселка Лазаревского района. Ведем технический надзор и контроль за строительством газопроводов опасных производственных объектов к нашей инфраструктуре города Сочи. От качества работ зависят жизни миллионов людей, поэтому настоящие мастера всегда высоко ценились. В канун профессионального праздника звание заслуженного строителя Сочи получили 4 руководителей крупных организаций, в том числе и Алексей Руднев. Почетные грамоты и благодарственные письма от мэра и председателя городского собрания Сочи вручены и лучшим работникам этой отрасли. В Сочи профессия строителя всегда была и остается одной из передовых. Курорт продолжает развиваться, и в первоочередных планах – социальные объекты. В прошлом году нами сданы целых 3 детских садика. В этом году мы будем начинать, уже к концу года поступило финансирование, будем достраивать школу в Беранде. Начнем строительство очередного большого садика в ЛАО. Вот. Начали строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Прогресс. Сочинские строители – мастера своего дела. Тому подтверждение их востребованность. Их приглашают работать не только в Краснодарском крае, но и в других регионах России. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.